Мира в России, мы решили тоже проводить своеобразный чемпионат мира, только среди детей. Это дворовой футбол. У нас сегодня три вида. Бьем поворотом, бросаем ауты и набиваем мяч. Как видите, у нас сегодня аншлаг. То есть дети пришли, всем нравится. И хочется, чтобы побольше таких проектов. Мы стараемся это развивать. Ну, в принципе, это прикольно выглядит. Отбирают лучших людей, которые умеют набивать, забивать по пустым воротам. Но это, мне кажется, к Гомелю это понадобится, такие игроки. Такие, как ты? Да. Да. А ты что сегодня делал? Ну, пока что я бил по пустым воротам, я попал, вошел во второй тур. Приятно, что сейчас во дворе тоже играют в футбол. Редкость, конечно, это увидеть, но какое-то количество оно осталось. И я только за это, и мне прикольно. Я ощутил себя как в детстве. Ну, это здорово, когда приходишь, как сказать, родные. Здесь вырос я, здесь был воспитан. И приятно видеть, что еще дети бегают в футбол уже. Поколение, знаете, только поменялось. Раньше все бегали, а сейчас тяжело увидеть. Но не надо бегать, поднимать футбол. Пусть люди знают. Не знаю, я баллы прикинул бы, наверное. Мне Саныч всегда говорит, что я не умею кидать. Однозначно это выбрасывать аут, потому что я этим никогда не занимался. Не профильно вообще. Аргентина, мне хочется, чтобы уже Месси что-нибудь выиграл, уже договориться, свой этот кубок. Честно, не думал. Но хочу, чтобы выиграла, наверное, Бразилия.